вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 20 апреля, Национальный день донора в России. Дело в том, что именно в этот весенний день, в 1832 году, молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провел переливание крови роженицы с акушерским кровотечением. Жизнь женщины была спасена благодаря донорской крови мужа пациентки. Ежегодно в стране в переливании крови нуждается 1,5 миллиона человек. Сегодня день китайского языка. Он установлен в память об основателе китайской письменности Цзан Цзе. Как гласит легенда, он был придворным историографом. Со временем древний ученый приобрел мифологические черты. Его стали изображать с четырьмя глазами, что символизирует его особенную прозорливость. А родившихся в этот день в 1745 году появился на свет Филипп Пинель, французский врач, который в 1792 потребовал освободить умалишенных, которые содержались в приюте Бесетер в Париже, освободить от цепей и начинает относиться к ним как к психически больным. Этот гуманный акт фактически открывает эру психиатрии. До того психические расстройства уверенно связывали с одержимостью бесом и лечили соответственно. 1808 год. Наполеон III, Луи Наполеон Бонапарт, французский император, племянник Наполеона I, рождается в этот день. Он вводит авторитарный режим, захватывает все ключевые властные позиции, вводит цензуру, превращает законодательное собрание в инстанцию, не имевшую права предлагать или отменять законы, развязывает преследование оппозиции. До поры до времени у него это получалось. 1950 год. День рождения Александра Лебедя, российского государственного и военного деятеля, генерала-лейтенанта, губернатора Красноярского края, секретаря Совета безопасности Российской Федерации в прошлом. 1958 год. День рождения Вячеслава Фетисова, хоккеиста, суперзвезды советского спорта. В начале 1989-го Фетисова приглашают в легендарный Нью-Джерси Дэвилс, открывающий хоккеисту доступ в НХЛ. Потом его зовут в Детройт, в составе которого ему дважды удалось заполучить почетный кубок Стэнли. Ну а далее его назначают почетным членом тройного золотого клуба, так как за свою карьеру спортсмен выиграл сразу три награды – чемпионат мира, Олимпиаду, а также вышеупомянутый кубок Стэнли. В 1968 году появилась на свет Елена Вяльбе, советская российская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка, а в 1980-м Баста, российский рэп-исполнитель и актер. О событиях этого дня. 1656 год. В России появляются медные деньги взамен серебряных. При этом налоги собирались серебром, а платежи из казны и жалования платилось медью. Из фунта меди ценой 12 копеек стали чеканить монеты на 10 рублей. Мелкая медная монета сначала на самом деле имела хождение вровень с серебряными копейками. Впрочем, скоро лишний выпуск ничем не обеспеченных медных средств привел к обесцениванию. Кроме всего прочего, их просто было подделать легко. Дальше хуже. Все закончилось медным бунтом, в котором принимали роль городские низы, ремесленники, торговцы и фермеры загородных сел. 1841 год. Опубликован первый детективный рассказ в истории литературы «Убийство на улице Морг» Эдгара Эллана По. 1910 год. Комета Галлея максимально приближается к Земле. Яркая, хорошо заметная с Земли, невооруженным глазом, с относительно небольшим периодом возвращения, комета Галлея быстро сделалась самой знаменитой небесной странницей. По вычислениям астрономов, в мае 10 года прошлого века Земля должна была пройти сквозь хвост кометы, растянувшейся на десятки миллионов километров. 1933 год. Издательство «Молодая гвардия» по инициативе Горького приступает к выпуску серии «Жизнь замечательных людей», вернее, перезапускает эту серию. Основателем ее стал русский книгоиздатель Флорентий Павленков. Уже тогда первая книга серии получила короткое название «ЖЗЛ». Издатель планировал, что она будет выходить 2 года и составит 150 томов. В итоге эти книги выходили аж до 1917 года. Через 16 лет после перерыва серия возрождена Максимом Горьким, который к тому времени
времени вернулся из эмиграции. 1935 год. Стараниями журналиста Уоррена Хилла, ведущего шоу на американском радио, появляется первый в мире хит-парад. С тех пор каких только парадов не придумало человечество. Хотя, честно говоря, в последние десятилетия все хит-парады пишутся в редакции радиостанции и телекомпании. И на строчки в этих парадах влияют скорее рекламная кампания звезд. 1983 год. Молодыми выпускниками Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии Николаем Фоменко, Максимом Леонидовым и Дмитрием Рубиным основан бит-квартет «Секрет». 1999 год. Массовое убийство в школе Колумбайн, ставшего хрестоматийным. Эрик Харрис и Дилан Криблд спланировали нападение на учеников и персонал школы заранее. Число жертв насчитывает 12 учеников и одного учителя, раненых 23. По числу жертв трагедия занимала в свое время третье место среди массовых убийств в учебных заведениях США. Было известно, что один из нападавших парней, Эрик, посещал психолога на протяжении года, а Дилан был замечен за употреблением спиртных напитков. Сами парни называли это нападение не что иное, как состояние войны с обществом. После проведенного ими расстрела в школе мальчики совершили суицид. К великому несчастью, у этих преступников появилось море последователей по всему миру, и опасность никуда не исчезла. Ну и еще одно событие. 1926 год. Елизавета II, королева Великобритании, появляется на свет. Правда, королевой она становится только в 52-м году. При появлении на свет малышка названа Елизаветой Александрой Марией. Такое сложное тройное имя тогда еще принцесса получила в наследство от матери, бабушки и прабабушки. О ее восхождении на престол не приходилось и мечтать. Елизавета оказалась третьей в очереди на корону после дяди и папы. И это ожидание могло бы затянуться на всю жизнь. Судьбу принцессы изменила любовь. Ее дядя, король Эдуард, не дожидаясь официальной коронации, отрекся от престола, возжелав заключить брак с разведенной простолюдинкой. И на троне оказался отец Елизаветы, Георг VI, а затем и она сама. В день смерти отца к 25-летней Елизавете подошла ее младшая сестра, принцесса Маргарет, и сказала: «Это значит, что ты станешь королевой? Бедняжка! И ведь правит до сих пор. Настоящая королева, как из сказки». С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».